армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. На видеокадрах видно, что никто из азербайджанских военнослужащих не был тяжело ранен. Как передает Даяс, армянский террорист, подозреваемый в совершении этой атаки, уже задержан. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.